сегодня у нас в программе еще покататься на фуникулёре. Первая группа уже поехала. Мы ждем своей очереди. О, тут еще и поезд идет заодно. Все. И там очень красивые виды будут. Сейчас мы поднимемся, все это снимем. Так. Собачка там тоже с нами. И мальчик. Так, показываю, куда мы прибыли, на гору Фаито. The most beautiful flight site in the world. Самый замечательный полет в мире. Все куда-то пошли. Наверное, там красивые виды, да, открываются? Не знаю. Андрей, наверное, лучше знает. Здесь такая растительность. Ну а как еще? Конечно, и обратно будем возвращаться. Точно обратно мы здесь пойдем? Не знаю. Я думаю, что здесь же. Ну почему? Фиксируют красиво и на видео. Очень красиво, девушки. Это красота. Ну, может быть, на фотографиях хуже. Там животные гуляют. Козочки, наверное, горные. Ну что, красавицы, боитесь людей? Нет? А, боитесь? Вот, целое стадо коз пасутся. С колокольчиками. Так, ну что, мы тут сидеть будем теперь, вот, да? Смотрите, если вот перейти с другой стороны Позитано,
Да. С другой стороны полуострова Позитано. А Соренто вот там. Ой, тут везде красота. Что Соренто, что Позитано. Вот, посмотрите. Вон, видно прямо. Так, вот такой салатик принесли. Ложку, можно ложкой, можно вилкой есть. Там тунец, я вижу, помидорки, салат, оливки. А, еще и кукуруза. Ты совсем маленький. Ты худенький совсем. Так, решили еще пройти вот по такой тропиночке. Ой, какая колючая. Колючая? Ой, пока еще все кушают, мы уже покушали салатик. Вот удивляемся, как здесь недорого по сравнению с Капри. В Капри там невкусно было и дорого. Амальфи, ну Амальфи было хорошо, но как в ресторане цены нормальные. Хочу увидеть ящерицу еще. Ой, какой вид. Конечно, дымка такая, да? А там вообще не видно, посмотри, да? Такая дымка напротив солнца. А вот там вот остров Капри виднеется. Трезвенники нет, а трезвенники не с нами. Трезвенники, язвенники. Трезвенники, язвенники не со мной. Алкоголики, то только. Вот, алкоголики тут сейчас как тут. На поляну все становятся алкоголики. Класс. Красота. Песенька, посмотрите, песенька сидит в машине. Сел. Вот он, красавчик. Так, в общем, весело нам тут. Ой, так мы не уезжаем, ждем группу, да? Да, конечно. Пропустили фуникулер, оказывается, он до 5 работает. Вот. Ну, а мы тут местных поймали, они нас сейчас с этой горы спустят. 5 человек взяли. Я не представляю, как с этой горы ехать. Вообще, это еще круче, чем Везувий. А в этой... Ехать, а вы хотите подарок. Так, температура плюс 38. 14.07.23 года. У нас гор спустили, но только наполовину. А нам еще до вокзала нужно добраться. И потом до Неаполя. И завтра утром автобус. Так, мы сидим в местной деревушке. Ждем, пока остальные спустятся с гор. Нам сказали, что автобус будет местный через 10-15 минут. Прошло уже 1:15. Ну, мы сидим. Нам тут весело. Тут магазинчик рядом. В общем, ребята принесли такое хорошее местное вино. Ну, нам весело, в общем. Инга не пьет вообще ни граммулечки. Но здесь так вот интересно, вино, оно вообще никак не действует на организм. Я просто поражаюсь. Вот его пьешь, как обычную воду. Вот. 2 евро стоит. 2 евро. Спускаемся с гор на автобусе. Ой. Ой. Автобус наконец-то пришел, ты пикает. Ой, заносит. Трудно стоять на ногах. Ой! Мне никогда не оставили.
пытаемся дозвониться в кассу. Нам же еще на поезде ехать. Нас одна девушка говорит на итальянском очень свободно. Последний час она свободно говорит на итальянском. Всем рассказывает, что с нами случилось. Нина единственная владеет итальянским языком. Ой. Помпеи, но мы уже здесь были.